Здравствуйте, дорогие друзья и соратники! В фильме «Новый Иерусалимский мужской монастырь» неужели все так просто? Мы подвергли сомнению версию изначального культового происхождения всего комплекса в целом, разобрали интересные моменты, упущенные реставраторами, и анализировали увиденное с логической точки зрения. Поэтому, если вы не видели тот фильм, то посмотрите сначала его. Ссылочка сейчас появится в правом верхнем углу. А этим фильмом мы предлагаем вашему вниманию весь отснятый материал в Ново-Иерусалимском монастыре, без монтажа и закадрового текста. Так как общая продолжительность всего материала 2 с лишним часа, и учитывая просьбы в комментариях сообщества, осмотр надгробий вынесен в отдельный фильм, и в итоге продолжительность этого фильма без учета фотографий составила 1,5 часа. Фильма про надгробие 30 минут. Все ссылки, как обычно, в описании под фильмом и в конце фильма. Благодарю за ваше внимание и за то, что вам не все равно. Вот где окна, кладка и потом да, выход. Да, да, вот ниже, это самое, прям под подоконник и чуть выше там. То есть все эти окна получаются новые. Ага. То есть видно, здесь стреляли как следует. Видишь, бои были такие, что ай-яй. Ага. Я не знаю, вот если в Новопетровске, если там не заштукатурили, посмотрите, что там было. Там до сих пор стояла церковь, которая оборонялась. Она, штукатурка вся пулями избита вообще. Вся такая прошлая. Они делают ее тоже, но уже лет 15 там делают, никак не сделали. Возникает вопрос, куда шли эти ворота? То есть дороги даже нет, ни насыпи, нет ничего. Да, и еще учитывая, что здесь вот такой вот уклон. Да, рельеф. Здесь такой вот уклон вниз. И тут вот такие ворота. Часовенки и прочее. В общем, а здесь тоже идет, то есть окна все навьё получается. Угу. То есть, по крайней мере, отреставрировано, это видно. Ну да, вот видно побелено, а за побелкой вот просматривается, по крайней мере, 2 ряда камня. Да. Ну, непонятно тогда, зачем побелили, если белый камень, красный кирпич красивее же смотрится теоретически. Снасти были, не помнишь? Я не помню, я с кем-то из знакомых ездил года 4 назад. Попрошай ничего. Да, лесенка. Здесь тоже были ворота. И куда они, на лестнице что ли шли? Вот ворота были. Лучше. Не, пойдем. Мне кажется, зайти надо, потому что туда смысл наводил смотреть. Там так. Интересно. Похож на очень старый. А дальше пошла реставрация. Оригинальные петли. Я не знаю, что это такое. Ну, судя по проступившей ржавчине, это что-то железное, на холодное. Железное, я знаю. Да, даже на солнце на холодное. Все железки надо снимать по той причине, что их можно датировать. Да. Вот тут вот есть еще железка. Она холодная. Вот она, новая петля. Даже видно гладкая, а это старая. Размер кирпича 5 пальцев.
Вот она еще железка. Песчаник. Удивительно крупные кирпичи. Крупные кирпичи. Их даже видно сквозь штукатурку. Контрфорс это называется, да, или стена, которая поддерживает? Ну да, контрфорс или быки их еще называют. Быки это масса. Интересно. То есть это никакое не помещение. А вот здесь вот таких нету. Там он торчат. Так вот. Раз, два, три, четыре, пять. А там он шестой маленький совсем. Упор. Вон они железки. Это окошко. Окошко и железки. Кирпич. Кирпич старый. Кирпич старый, да. И камень старый. Ну а замазка свежая. Да, новая. И вот это все новое. Ага. Кирпич очень большой. Кирпич, да, здоровый. И вот, вот где бойница, стоит железка. Но причем только с одной стороны, с этой нету. Что интересно. Ну, там он еще есть. Да, они так... тяжко, они продолжают. Я так думаю, что если это здесь было что-то... Ну, например, орудие, то для поддержки орудия. Если это было что-то техническое, то для технического. Вот то же самое, с одной стороны только, с этой нету. Вот интересно как. Здесь тоже с одной стороны, а с этой нету. А вот здесь вот стяжка очень интересная. Вот она. То есть... Это не стяжка. Стяжка, она туда и вбит металлический клин, а там он выше еще такая же стоит. А вон они еще. То есть здание, оно хорошо утянуто. Кованым железом. Ага. Вот железка. Скорее всего, труба заделана. Да, да. Зачем она в этом фундаменте? Зачем это? Согласен. Это непонятно. Но это точно труба. Труба и современно заделана она раствором. Ага. Пытались спиливать. Да. Но видно не... Да. Трубу, видно, спилили. Да. О, как. Здесь вот еще какие-то. Но это вот по структуре на гранит похож. Сам валун. Да, а вот он скол. Ага. Гранит. Красный гранит. Интересно, это в граните такая труба. Значит, было высверлено, вставлено. Да, да. Интересно. Там не набрали, подобрали слово. Так, здесь стяжка тоже с одной стороны, но уже с этой. Там нет ничего. Интересно. Здесь вообще ничего нету. Арка, интересно, как сделана. Везде полукруглая, здесь какой-то неправильной формы. Наверху железка аккуратно. Если можно посмотреть, она продолжалась вот так. То есть, это лестница была наверх. Это была лестница. Похоже, вон железка. Да, 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 да. А вон дверка железки наш. Ага. Выломали. А вот тут вообще интересно. Переделывали. Вот петли старые были. Можно подойти и снять. Дверь. Да тут вообще вот прям стяжка на стяжке висят. Стяжка, а вот петли. Какие-то странноватые они. А что это было? Не старые. Это, возможно, это новодельные петли. Новодельные, да. Возможно. А вон там вон торчат хорошие куски железа. Вадим, а вот от стяжки снимите, вот стяжка внутри идет. Только ржавеет почему-то. Но она холодная, похожа на металл. И да, вот стяжка. Да, да, ржавчина выходит. Она отсюда идет. Вот она. Вот она. Ага, стяжка. Ага, ага. Судя вот по этой вот такой вот полуарочке, здесь какой-то проем был, проход. Я не говорила.
Да, ну а вообще интересно, то есть, если это была лестница, она упиралась прямо в окно, то есть какой смысл? Она могла быть с поворотом. С поворотом? Но все равно как-то... Нет, ну это явно не окно. Даже отреставрированное на окно не тянет. Тут как бы есть вот такие вот как бы, будто выложены арочкой, но... Размер кирпича. Современные. Вот так, да, да, они да. Они вот так не выкладывали никогда. Ага, ага, согласен. И размер кирпича, ну то есть видно. Вот сравнить, вот он кирпич. И вот этот. Нет ни одной вот такой вот, она же неровная вся. Ну вот я про то и говорю, то есть это вот выдолбили и просто половинками вот так вот наставили. А вот это может быть старое. Ну, это заземление. Заземление. Это заземление, да, это уже современное. Может, здесь что и было у них. Интересно, конечно, как это заложено. Пап, только ты меня, пожалуйста. Не выкладывай. Да, дверь. Вот, смотри, вот то старое целое окно, которое мы видим. Там половинка. Ага, ага. Да, да. То есть там ту часть заложили. Она вот еще такая же. Часть окна. Да, то да. есть за этой, вот за этой стенкой тоже часть окна. И оно вот видно, здесь вот кирпич поменьше. То есть если сравнить этот кирпич, например, с этим, да, да. здесь мельче. То есть тут это новодельная часть. Вообще интересно, то есть окна были за вот за такой заарочной стеной, даже не знаю, как это назвать, перетянуты стяжками. А это современные? Ну, это, наверное, современный болтик вбили. По газонам не ходи. Это, может быть, какая-то разметка была современная. А здесь окно вот такое, как там, вверху, а здесь уже... Ага, да, да. Форма окон разные совсем. И вот вообще вот непонятно смысл вот делать такое окошко, если рядом стоит такое же. А здесь опять такое вот это. Ага. Смысл. Да, вот навершие разные. Но мысик современный, он другой. Ага. Отреставрированный. Угу. И вот опять маленькое окошко. И уже вон как высоко. Вот смысл делать такое маленькое, если рядом большое. Почему не сделать большое? А вот ну вообще что-то интересное. Да. Вот это вот классно, вот это надо снимать. Да. То есть, когда засыпало, по новой настроили. Даже при реставрации это не спрятали. Интересно. Вот смотри, там тоже чуть не спрятали. Ну, это заложенное окошко. Да, это окошко заложенное. Кирпич. Это новый кирпич, по нему видно. И окошко тоже свежее. И окошко свежее, да, заложено недавно, новое. Может, его даже специально так выложили. Вот это новый. А вот на этой стороне уже старый кирпич идет. То есть вот тут вот была реставрация, видно. А тут такой вот в разнобой некоторые кирпичи, да, заменили. Они могли из того, что было, лепить. Ну да, 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 согласен. Так, по этим стяжкам продолжаю. А вот да, действительно, там все-таки дверь есть, как я и говорил. Вот если отсюда смотреть, видите, зеленая? Да. Она так и идет, значит, наверх. Лестница другая теперь. Да, да, да. И стяжки также продолжаются. Получается, это все новодел после этой самой. Вот сюда же засыпал. Там еще смотреть. А вот там что за пустоты такие? Так, стяжка есть, какая-то пустота. И там стяжка и какая-то... Вот для чего вот такие печурки? Это вот видно, выложено недавно. Хотя сама стена старая. А это вот больница. Я ветрозащиту не надел, но надеюсь, тут ветра особо нету. Вот там из больницы вот прям. Эти ворота, которые мы снимали. Ага. Висят, которые в воздухе. Да, 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 да. Можно туда заглянуть, вовнутрь. Так, сейчас. Как интересно-то все.
была. Ну это свежая выложена, не знаю почему. Тяжело наверху. Ворота никуда, а выложены камнем вниз. Известняк. Ага. Тут какой-то он странноватый, серый. Ну, его, наверное, много раз перекрашивали. И вот опять непонятно вот эти выемки. С одной и с другой стороны. Так, вот это окошко. И это окошко. И это окошко? Да, а. Свет. Ага. Свод надо снять. Свод. Свод, да, я снял уже. Вот он интересный. Лучистый причем свод. То есть каждая стена как луч идет. Главное, камеру тут там не уронить. А почему как будто срезали? Ну, по идее, так срезают, чтобы острого угла не было, но похоже... Срезают и здесь должны были срезать. Да. А значит, это новодел, новьё, замазано все. Хотя вот такого камня здесь полно было. Ну, они им же и восстанавливали, наверное. Вот которые развалины отваливался, брали. И им же восстанавливали. Вот он старый. Это известняк. Вот он лежит. Швы замазаны. А вот дальше уже пошло. Похоже на новодел. А здесь вообще новое. Кирпичи какие большие. Дверь. Да, дверь. Такая полуарка. Да, еще рукавички остались от ремонтных работ. Так, стяжка одна и вторая. Кирпич вот этот снять крупно. Да, я его уже снимал, но... В нем полосы, вот они, полосы стоят. Размер кирпича, ага. То есть чем-то круглым, полукруглые они все. Ага. То есть его чем-то отрезали круглым. Вполне возможно. Вполне возможно, да, вот он. Там полукруглый. Там виднее. Еще посмотреть. Там обратить внимание. Ага, как будто его резали. Да, вот они. Ага. Полосы. Как будто его резали. Вот они. Причем они здесь не совпадают. Это с этим. То есть это никогда уже лежали, это в другом месте где-то. Угу. Согласен. Так, ну что, вдоль стены пойдем вниз? Ну, пойдемте, наверное, вниз. Вдоль стены-то оно как бы. Понятно. Да, все одинаковое. Ну, то есть мы только тут просто найдем подтверждение того, что мы уже увидели. А здесь мы увидим, может быть, что-нибудь еще. Вот. Ничего не было. Здесь земляная дорожка. А вот это смысл таких узеньких окошек. Вот насколько это вообще они... Мы сейчас их не увидим. Их обложили. Это все. Новый кирпич. Угу. Вот помогает. Слева мы будем смотреть. Ага. Это валанное что-то. Тут, походу, было это самое, вот такой же карниз, его просто сбили. Вон дверь входная, сзади заложенная. Ага. А здесь была стена. Да, стена или колонна. Можно поближе снять, нет? Дверь заложена, показать ее, мне кажется. Вот, петля. Осталась даже петля. Дверь заложена. Да, старое, и окошко интересное. Ага, прям в углу. Угловое окно. Интересно. Выполнен как переход вот этот. Да. Я имею в виду кирпичами. Да, обыгран. Вот жалко, что заштукатурено, толком не разобрать, как там кирпичами это выложено. Свежие, во дворе, да, свежих лежат. Ага. Да. А здесь вот хорошо прям позбиты. И даже не заштукатурили. Вот интересно, почему. Для нас. Просто побелили.
Это металл, она холодная. Вот эта железка. Наша современная. Я смотрю, дюжа она ровная. Здесь такая, ну, деревяшка. А это вот видно там камни. Ну, непонятно какие, потому что все замазано. Слишком хорошо заштукатурено. А главное не упасть. Не, вот эту зачем спилили, непонятно. Это колонна же была, не стена. Колонна, она заделка. Да. Причем колонна, вот это вот свежий кирпич, новый. А возможно, мы просто хотели без доделывать, а потом бросили и не стали доделывать. Может быть. Не, ну вот видно, здесь она хорошо замазана, и здесь. То есть здесь реально сбивали. Может, для нас оставили специально. Да вот, вот непонятно на самом деле. Это смотрите, или маленький, или маленький окон. А? Там точно такое же сбито? Не, ну здесь неопределимо, это все новье. Это все новье. Низ еще может быть из старого кирпича. Uh-huh. То есть он свежий, ну то есть линии прям вот у нас. Как шнурку сняли вчера. И здесь все это обложено. Это все обложено. То есть мы не увидим. Да, выглядит, конечно, красиво. Ну это новодел. Ну это понятно. Немцы все шарашили. 11 часов. Так, в дверь заложена, сбита. Вон там вот окно заложено. Окошко тоже непонятно. Ага, окно в углу. А вон там он, стена интересная на крыше. Да. Торчит. Брандмауэр. Ага, как Галин Конышев сказал, Брандмауэр. Ну, на самом деле, только так можно это определить. Вот она молодец, подметила этот момент. И здесь вот точно такой же Брандмауэр, вот он выступает. А там он, где конек крыши, да, арка. Заложенная. Ага. То есть у нас это крыши не было, это был целый этаж. Наверное. Ты крыши сделали позже. Сейчас не сможем сказать, это могло и от немцев тогда сказать. Колонна сбитая. И вот эти колонны, они все в стяжках. Да и, собственно, и само здание. Вот он там большой, вон на стяжках, вон на там вот здоровая. А это нам специально оставили. Да. Стяжка. А тут почему такой узор и заключается? Ну вот. Это известняк. Да, вот из него был сделан. А это все новое, вот он пиленный, современный. Да, ну это видно, сделано. Это пороже тоже новый. Может быть, нам сюда еще попробовать зайти, сюда вот. Дверь. Заходите. Да, и вот окно. А вот еще одно. Может быть, это пульт. И вот окошко. Может быть, это под это самое лагерь под деревянным, под дерево, большие очень. Да вряд ли. Подлезет. Вот окошко. А вот это окошко вообще называется. Я видел вас одно мгновение. То есть заложили вот этой новой лестницей, просто закрыто окно. Так, а с этой стороны оно как-то открыто? А вон там еще люк. Нет, а здесь все полностью наглухо построено. Я думал, вон люк есть наверху. А вот там вот еще красный. Не хочешь что-то подняться? Ну туда-то мне, наверное... Посмотри, тут дверь, которая же не туда. Окошки интересные. Ну вот это вот окно вообще просто супер. Стяжки. Кругом стяжки. Вся колонна в стяжках. И это тоже.
И здесь вся колонна в стяжках. И вот поверху идет стяжка. Их как будто специально подкрасили даже для нас черным цветом. Серо. Вот она еще. Стяжки. Вот она продолжается. Стяжки. Вот. Стяжка. Спрашивается, зачем в двери так много стяжек? На этой стороне нету. Петли. Окно? Или что это? Балкон. Да, балкон. Ну тут вот загорожено, туда, наверное, ходить-то нельзя. И вот туда что-то наверх. Ага. Стена это новодельная. А если я рискну? Ага. Крыши нет подбоя, деревяшки торчат. Если это реставрация, то не до конца. Скорее всего, слуховое окно, вот там видно, дерево. Тоже подойдет. Сказать надо то, что, скорее всего, старое здание обнесено стеной с новой символикой. С замковым камнем, с этими, с балясинами, с балкончиками. Все, как они любили. То есть это показатель принадлежности. Ну да. Более новый. А вон там вот это окно, которое непонятно каким образом открывалось. А я заснял. Чтобы закрыть. Там и сюда еще так идти, там вообще как полувиден. Окна. Ну, облёт бессмысленно, то есть это просто закрывали все хозяйство. Зачем, не знаю. Окна. Уровень грунта. Там икона стоял. Уровень грунта. Не, Настя, залезь пока, запрыгни, чтобы видно было. Во, уровень грунта, окошко. И вот здесь мы проходим вот в такую лазейку. И здесь еще одно такое окошко. Причем сверху нормальное. А снизу такое маленькое. И вот он уровень грунта. И дальше мы опять идем. И здесь вот еще одно такое окно. А здесь нормальное. А тут стена такая. И вот интересно смысл вот такой вот постройки. Здесь раньше музей был, вход в музей. Много лет, 20 или 30. Такой простенький. Здесь был вход. А поверху идет, ну, что-то типа балкончика. Балясины там, конечно, уже новые, новодел. Но вот это, вот все вот эти вот арочные, вот этот вот проход, это видно старые.
Вот окно напротив арочного проема. Под ним еще одно в земле. Здесь маленькое, тут еще маленькое. Те окна вообще не совпадают. Они смотрят прямо в колонны. И там не совпадают, смотрят прямо в колонны. Вот интересно, это так строили? Как интересно сделано. И стяжка опять. И там стяжка. И вот стяжка. То есть вот это ряд колонн, а само стена здания, которая идет за ней, вот тут где-то начинается. То есть проход там реально узкий. Смотри, тут цветы, за язычка. А тут смотри, стенки. Какое-то лицо. Роспись. Смотри, а тут лицо. Тут тоже еще лицо. О, проход какой. Вот. Узенький. Так, ну это похоже на... по православной этой самой символике на архангелов. Три архангела. Петли. Окно. А тут проход. То есть... вот размер предполагаемый. Как бы могла быть ставня, если это ставня. Как она откроется, если тут вот эта колонна, она не позволит, она не даст. Здесь упирается в колонну. Ну вот, у меня слишком длинный штатив. Ну, я думаю, понятно, да? То есть вот этот размер, он вот сюда никак не передается. Вот эта колонна будет мешать открыться этой ставне. Смысл так строить? Вообще интересно. А еще тут что-то серое. Ну, это стяжка. Причем толщина металла, она, конечно, впечатляет. А, это вот венчик вот этот, да? Да, венчик, наверное. Угу. Да, интересно. Никогда не обращал внимания. А интересно, только с этой стороны или по симметрии с той стороны? Ветер сильный начался. Ага. Ну, тоже показывает, что венчик. А вот еще венчик наверху. Ага. Ага, интересно, а вот с той стороны окна нету этого венчика. Только здесь висит. Там есть с той стороны. Да, да. Ага. Там просто скрыто. Сапожник. Что пытались? Тут венчика тоже нет. Могли пошивать и немцы. И вот она так продолжается, вот эта галерея арочная. Сейчас подойду, скажу. Так, подойти, наверное, надо проще отсюда будет. Опять такая галерея интересная. Ага, стяжка. Стяжка. Галерея использует крупные и мелкие кирпичи. Ну, то есть видно по всем признакам, что вот это все-таки новодело. И сделано не так аккуратно, как основная стена. Пап, там, знаешь, еще интереснее. Стяжка. Вот она, стяжка. Там, внимание вот на кирпич, вот на этот то есть он какой он толщины или как он, и зубцы совсем другие, более старые. А тут вообще нету. Ну там более выбит один. Вот тут есть два ряда новых, а дальше опять идут старые. И вот опять окошко, петли. И вот как здесь ставня открывалась, если здесь стоит вот эта колонна подпорченная. А что такое? Вот ставни здесь не могли открываться.
если это так строили. Это позже на самом деле. Да, да. Сейчас, сейчас, Настя, сейчас. Вот она, стяжка. Насколько она кованая, прочная, толстенная. И вот она идет сюда. Вот она, да. И тут вот эта гаечка. Вот спрашивается, для чего это делать такую мощную стяжку, если здание работает... Если здание работает в щадящем режиме, зачем такие стяжи здесь использовать? Вот как вы видите, да, смотри. Тут вообще окно заделано, вот такое узенькое. А тут тоже стяжка торчит. А вот цейпом тут тоже, смотрите, стяжка в стену идет. Видишь? А тут вообще интересно. И вот тут тоже, смотри, стяжки. Окно специально для стяжки сделано, даже с оконными петлями для ставни. То есть время от времени эту стяжку убирают, и окошко это закрывают, наверное, да? А вот просто дверная петля, просто в стене. Ну, это, конечно же, так строили. А вот это снял? Вот, петля. Ага. Ну, это, конечно... А вот это перекручено для узора, или это так строили? Вот я не понимаю уже, это действительно так строили, это в результате чего ты ее так перекрутила? Пойдем, я тебе еще кое-что покажу, вообще. Давай. Даже реставрация не может всего этого всего скрыть. Вот она еще одна идет через окно. О, приди сюда. Сейчас, 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 сейчас. Точно такая же. Посмотри, а тут ее немного заваливали, чем вон там. Видишь, тут только вот это будет торчить. А там еще эта пластинка торчала. А еще иди сюда. Смотри, какая здоровенная. А вот они еще. Вот они еще. Пап, смотри. Она мокрая, толстенная. Окошки. Это, конечно, так строили. Специально, чтобы в помещении было больше света. Окно сделали прямо перед колонной. Стяжка. Толстая. Толстая, да? На этой стяжке можно повесить слона. А она даже не прогнется. Вот спрашивается, для чего в здании, работающем в щадящем режиме, делать такую стяжку, которая тем более выходит в никуда? Это просто что-то. Так, ну тут то же самое, окошко это новодел, пропиленное. То есть сначала заложили, потом опять проломали. Здесь то же самое. Тут там чисто, я тебе сказал. Вон они, стяжки, стяжка вверху, вон одна, а вон и другая. Ну ладно. Вон одна, а вон на другая. Ну что это по-твоему могло быть, если не церковь? Что угодно, но только не церковь. А крепость какая-нибудь? Крепость, я не знаю, завод. С такими стяжками. Вот толстый. Ой, испачкаю руки. Ничего страшного. Ой. Получается? Ага. Только недолго. Да, да. Нормально. Так, все, хватит. Опа. И хотел обратить внимание, там мы видели дырки. Ага. Крест был вот так, ага. Андреевский, а здесь вот так. Ага. И прямая палка в эту... входит. Ага. То есть она, если кованая, в ней отверстие, ага. Одна в одну проходит вовнутрь. Ага, ага, ага. Все обтягивает ее. Ну да, да. А там не так. Там же вот так надо. Ага. Так, пойдемте там покажете. Стяжка. То есть если стяжка торчит, значит стена должна быть вот здесь. Да, там она как раз упадет. Вполне, вполне логично. Сейчас сходим, сейчас. Не, ну она так не может. Ну конечно, конечно. Это точно так не строили. Да, однозначно. А вот она, окошечко еще. Да. Ой, едва заметное. Да все здесь переделано. И вот эти вот они окна переделывали, вот это сделали заново. Ага. Как снаружи. Ага. Их не было вот этого. С этим и связано, может быть, это заделывали или разбирали. Это вот что-то. Ну, вот это, конечно, сделано просто гениально. Вот окно напротив колонны. Это чтобы там света было больше. Вот никак иначе. Так, кстати, одно окно, они думали о другом, у них был другой стимул.
стимул. Пойдемте, я вам покажу точно такую же сверху. А вы сюда сходили, вовнутрь сняли? Да, да, я там поснимал. Там поверху две стяжки проходят, в одном и в другом. Чтобы было видно, что там здание, вон оно, с отделкой, с фундаментом, а это новодел. Балкон, это все новодел. Да, да. То есть видно, что-то это обозначало. Да, 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 это гайка такая с такой с железкой. Смотри, это мы уже снимали. Да, это я видел. А, видишь? Ага. Предполагали, что да, да, да. Есть чуть держало. А это костыль специально забитый. И там вот то же самое. А там видно просто вот этот угол был сбит, или, потому что там она прямая. Нет, там тоже такая есть. Но она как-то торчит там гораздо сильнее. Ну, пол новый. А здесь это забиты, это трубы современные, они заваренные, или бетон забит. А вот это, я вот про это уже говорю. Угу. Вот, интересно очень я взял. Угу. Ну да, это на наковальне прошивалось и вставлялись пруты. То есть решетка кованая. По ней, конечно, сейчас трудно сказать, новое это или все-таки с тех времен. Наверное, новое. Раньше так не делали, вот брак. Ага. Ну а принцип был такой, я таких много раньше видел. Сейчас посмотрим, лет через 10, она если заржавеет, значит навью. Ну а что это? Где балкон, там она есть. А вот под балконом? Задолбленная вот. Тут вообще, конечно. Пойдем, смотрите, наверху с мысиком окошки. Ага. А здесь даже такого нет. Да. И они расположены абсолютно непропорционально. То есть такое ощущение, их продалбливали уже по существующим отверстиям. Ну, то есть, типа, дырки были, давай пусть тут вот так оно будет. Не могу. Там еще маленькое окошко выдавленное, вообще никак не украшенное. Прямо на самом верху. Ага. Ну, это новодельное, оно вообще никак не обрисованное. Здесь вот прям переход видно. И вон опять же петли. Их даже замуровывать не стали. Одному не надо. Их замуровывать даже петли не стали. Вот на том окне интересно как. Хотя имели такую возможность. То есть явно вот это новодел могли запросто достроить туда и скрыть эти петли. Их скрывать не стали, интересно. А здесь вот петель нету. Здесь вот одна петля торчит. Интересно, конечно. Да. Тебе замок не нужен? Там замок уже тут прямо. Ничего отсюда не нужно. А вот это без замкового камня. Ага. Да это отлив для воды. Здесь это арочка. Новодел, да. Он тик в стенку. Новодел, то есть это. А все, что сделано под балконом, это все новодел. Ага. А вон окошко еще какое интересное. Да. И петля там есть. Да, там две петли. Две петли. Да. Папа, и там полно стяжек. И стяжек на фронтоне. Ага. Папа, а что тут тучи собираются? Я вчера хотел, думаю, написать вам, чтобы брали теплое что-нибудь. Да взяли. Я вот оделась теплее. Нет, вчера я вам телогрейку с собой взял на всякий случай. Ну, я телогрейку брать не стал, взял свитер только, там у меня еще горка есть. А сюда-то вообще можно? Узор я очень много видел. Но это новодельное окно, оно прямое вообще. Ну, без арочного верха сама даже. Сама решетка, она вот такого плана. Ага. Это, ну как, много раньше было таких. Ну я понял. Стяжку выпилили. Вот здесь. Может быть вот на тех, если снять, но там тоже, наверное, много. Здесь вот видно колонна, она вот проходила. Колонна, а это просто пристроили. Ну что вот видно, этот поребрик. Вот идет. То есть он заворачивает туда, в стену уходит. Пап. Ну, ширина вот здесь вот такая, а там вот такая меньше. Ага. То есть она да. не выдержана вертикально. Да, 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 огибает.
А вот еще интересная штука, наверху петля какая-то. Да. Пап, кстати, а вот нас не нарушили, потому что, видишь, там нет. Там, я не знаю, самые нормальные окна. Да, занавешивать не надо, на занавесках экономят. Экономия на занавесках. Что-то такое не сделал. Так, мне еще вот эту тут дверь интересна. Железка. Петли. Тут уже петли нет. А здесь есть петли. Какой-то болт, возможно, современный. Пап, как думаешь, это можно вот так вот закрыть в сторону глаз? Так. Конечно. Типа продолжить балкон, а вот здесь построить стену. Конечно, могут. Типа тут такой длинный балкон. Угу. Отмывался вообще в эту самую лестницу. Тоже что-то такое. Да. Это дверь для собак. Распазали. Здесь была горизонтальная дверь, ее заложили за ненадобностью. То есть вертикальная дверь, горизонтальная дверь. Двери бывают разные. И газообразные. Вот они, стяжечки-то, угловые наши. И вот они, наши окошечки с петлями. Пропорционально вообще, конечно, расположение окон просто впечатляет. Они очень ровно, окна расположены. Это верхняя пристройка уже, судя по всему. Вот эти три верхних окна, у них узор какой-то присутствует. Да. Такой редкий довольно. Причем узор похож на, напоминает крепость Звезду. Ну, похоже, да. Вопрос, знать бы это новье ведь все равно. Похоже на новодел, потому что они, во-первых, не симметричны, а во-вторых, вот от этого, от поребрика, от карниза, там видно уже кладка другая идет. Вот эти окна, они вообще вот, два, никак не в тему. А еще по поводу там смешно. Открываешь окошко, можешь разговаривать подолгу. Вот тут вот очень сделано интересно. Это, наверное, чтобы люди очень часто цепляли за угол. Они цепляли до такой степени, что они протерли угол. А все протерто, они ложили в то окно, поэтому оно заложено. Еще одно окошко есть интересное. Мы оттуда заходили. Ага. Вот оно. Мы, кстати, здесь можем потом выйти. Угу. Только там закрыто, надо выходить. А так там тут закрыто и тут закрыто. А, тогда, может быть, нам пройти имеет смысл. Что мы пустим? А там окна какие вот, как обделаны углами. Меня вот поражает симметрия окон. Ну, судя по логике, окно должно быть еще и здесь. Или я что-то не понимаю, или архитектор слишком умный был. Или логики нет. Или логики вообще никакой нету. И вот делать окна вот под этим, под арочным сводом, это ведь ослабляет сильно несущую стену. А еще посмотри, там что-то было. Арка это новая. Смотри, пап, что там за молодой. Ага. Арка это новое что-то. Смотри. Да. Видишь? Вижу проуши над стяжки. А они там вообще идут поверху. Оно вообще, все вот это здание, оно все в стяжках. То есть вот мы как мы обходили, вот эти контрфорсы стоят с этой стороны, а с той стороны арочная вот эта галерея. И окошки здесь. Может быть. А вот интересное окно. И там окно, и там, и они сошлись. Ага. Трубой. Я опять про это и говорила. Арочное, а здесь прямое окно, интересно. Да, сошлись.
старину сделан. Да, да, да. Современный камень. Можно кусочек такого камня там лежит, можно взять такой. А куда мне его? Вот это, чтобы, ну, знать, чтобы знать, это современный пеленый. Угу. Здесь снег. Маленький сверху, снизу большой. А это раньше так делали? Да, да, да. Я уже вот много, во многих местах так, такое видел. И фильм, вот, который про, вот, ну, про экспедицию, там вот про храм. Мы тоже нашли храм. Фильм еще не выложен. Да, я его еще делаю. Он, там вот точно по такому же принципу. То есть петля вделана в камень, как будто это так в старину. Но вот здесь это видно, новодел. То есть там-то оно уже затерто, а здесь видно. Через 50 будет, все будут думать, что это самое. Да, да. Мы умрем, а они, новые молодежь будет думать. Они будут ходить и ломать голову. Вот, кто же так строил? Фронтоны. Были вот разведчики. Только он закрытый? Да. Причем с этой стороны так. О, а тут вообще окна стоплые. Не хватило. Кирпича не хватило. Ага, закладывать уже было нечем. Ставни повесили. Посмотри еще. Ага. Здесь вот такие окна, а там вот такие. Ага. Папа, иди посмотри на это. И вот она заканчивается, идет вот это, значит, я не знаю, как это карниз, не карниз, и тут она заканчивается. Да. Тут вот тоже было окно было. Причем с аркой. Ага. Даже трещина есть. Или это даже дверь была. А еще эти петли, смотрите. Да, и стяжки вот не здоровенные. Вон там, вон вверху вот отверстие тоже под стяжку. Ну, вообще, как я люблю, прям как по заказу, мне их даже подкрасили, чтобы их лучше видно было. Папа, ты, а тут тоже окна закрыли, не стали замуровывать. А тут какой-то подвал. В замке, да? Ты лазил, замок там? Да. Я думаю, можно спуститься, камень показать. Ага, окошко вот то довольно-таки интересное. Или это дверь? Или это что? То арочка такая, углубление и проход в бок. Не прямо, а в бок. А это шубы. Это да, специально, чтобы мы голову поломали. Выкорка, стена, выкорка, она оттуда выдернута. Ага. Полукругом идет. Сам камень надо снять. Да, да, да. Сейчас я, в общем, планом. Есть железка. Железка? Угу. Это вот новый вложен. Да. Это старый, это опять новый, это старый, это опять новый. Да. Ну, судя по прослойкам, использовали старый для реставрации. А вот тут, видимо, ну не знаю, перекладывали или нет, вот навьё, новодел. Возможно, поддалбливали, чтобы ступеньки сделать. А вот это, он плесневый даже. Известняк, это старый. Здесь не было реставрации, он полукругом идет вот так. Угу. Полукруг. Да, да, во, видно. Ну, кусок вот этот вложен, там кусочек можно. Все. О, как прям как таким вот колесом, да, выдавлено. Папа, я хочу покажу. Для чего они хотели это делать, непонятно. Границы, понятно. Ну, это так строили. А? Не знаю, вот сверху снять. Мне вот это вот интересует. Штучка, как она там... Сверху железка. Ой. Я надеюсь, я вот на этой арке не провалюсь. А, ну это продолблено заново, потому что нету арочного перехода. Дверь-то была сюда. Сюда заложили, а сюда сделали. На крыше железка. А, вот тут. Ой, она горячая. Ну это жестянка. Крыша сделана. На краю никогда не садись. Контрфорсы. Железки. Маска или секрет? Смотрите. Не знаю, что пошло.
Кирпича нет, лежит камень. И делают вид, что это кирпич. Ну, может, это плитка просто тонкая? Так вот я... Ну нет, кирпич это. Ну это просто могли так положить. Может, его резать просто было лень. Они плюхнули. Ну, положили к ней вровень. Ну да, да. Ну, типа так. Типа так строили, вот тут тоже как не вровень. Так вот чуть-чуть не, должна быть какая-то неряшливость. Да, да. А вот он старый. Вот он, видно, старый. А там он оставлен кусок старой стены. Там он кусок старой стены даже оставлен. Ага. Ну вот контрфорса с этими со стяжками, это, конечно, вообще. Это папа наладил, видишь, кирпичики. Такие маленькие. Мне кажется, это современные. Да? Или это старые? Это известковый. Вот здесь цементный. Пытались как-то замазывать. Вот я его весь помню, такой он был. Он по толщине похож на современный, но он очень длинный. Он длиннее современного. Хуже, в длину. Хуже современного. Это меньше современного. Да, я это... ну, да, даже поменьше. Но самое главное, длина, во, у него какая длина. Я забыл, как это называется. Вот такой вид кирпича. Как-то он тоже имеет какое-то название. Я забыл, как называется. В Италии такое делали. И, кстати, в Киево-Печерской лавре тоже такое делали. До того, как ее перестроили. Его никто не... гастировал кирпич раньше. Да, да, да. И он был такими плюшками плоскими, длинными. Такой, потом постепенно вот, он начал повышаться. Название, я вот тоже не помню. На языке вертится, но сейчас не смогу назвать. Так. 15 метров может лежать. Угу. Просто на газоне. Угу. А потом стали исчезать, то есть убирали. Угу. То есть, что-то делали. А вон дверь зачем-то. Ну, это новая уже эта пристроечка с крышей. А это, ну, может, снять дырку, нет? Да, 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 я ее и снимаю. Эта дырка очень даже интересная. Да, вон, видно, люди ходят. Это была бойница от самолетов отстреливаться. Не иначе. А вон шестигранное, по-моему, окно там в этом башенке. Ну, отсюда непонятно. Со скосами стекло вставлено. Там рама. Ну да, вверху оно как бы не арочное, а такое как бы граненое. Внизу не видно. Вот там вот видно, что оно шестигранное. Вот на этих башнях. Да. Тоже ворота вот здесь. И ворота опять никуда. Угу. Фундамент. Но для фундамента его мало. Он опять стяжки. Казалось бы, просто стена. Вот для чего? На ней стяжки такие. Вот я думаю, что вот эти вот сливы, их тоже надо показать. Они здесь и здесь. И это показывает на то, что раньше вода стекала по-другому. Либо что-то построили, не подумав. Угу. Не подумав. И угу. Она стала течь по стенам. Из-за этого сделали вот эту фигню. Да. Либо имел другую конструкцию. Потому что сливы вот эти, это новодельные, их, да, сразу видно. Да. А зачем их столько, я не пойму. То есть могли бы лоток сделать, аккуратно трубы где-то спустить, там, если чего. Предположение, что там был акведук. Но... Или это уже, ну, новодельные? Конечно, будем, но не все сразу. Сейчас мы, наверное... Не, ну мы там хорошо с вами полазим сейчас. Да там... Много чего нашли. Да. Я вообще там увидел такие вот окна, которые смотрят в столбы арочной галереи. Сейчас к этим подойдем, посмотрим. Стяжка не стяжка, а вот арка. Арка видна? Ага. Вот.
она имела другую форму, эта башня. Башня шестигранная. Вот здесь эта сторона тоже арка. А вот тут стяжки нет. Но зато тут есть вот какая-то выемка. А, это дверь. Наверх. Стяжки. Контрфорсы. И окошки заделаны маленькие. Ага, и маленькие заделаны окошки. Вот такие же окошки здесь есть, маленькие. А здесь они заделаны. Ну тут, конечно, видно, где, что реставрировалось уже, что переделывалось. Но эта дверь, скорее всего, новая, потому что она, ну, без, да, она без арочного оформления. Меня вот интересует этот контрфорс. Это тоже новое. Да, он похож на новый. Почему? Потому что если делали, его делали вот здесь, вот это бы не оставляли. Да, да, согласен. Ослабляющую конструкцию, ты его перевязали бы, то есть это что-то новое. Это болты заложены с резьбой. Но этот контрфорс сразу видно, что он новый. И вот тут тоже. Да нет, его бы так не делали, то есть он должен... Да, он должен примыкать. Может быть, стеной была. Вот окошко заложено. С этим самым. Угу. Причем это оштукатурено снаружи, а здесь оставили, чтобы было видно как. Сейчас. Прям в этой самой. Прям в этой самой сделано, да? В колонне, да, там видно как камень. И вот здесь с этой стороны еще один. Да, и под окнами. Там а вот, под окнами там вот есть под столбами волны, а здесь под столбами подпорочки. Под окнами. Верхние. Вот так вот. Да, 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 да. Да. Вот нора. Неровная арка опять. А это потому что здесь дверь. Вот из этой двери выходишь и сразу попадаешь в эту нору. Ну, помимо того, что там бойница у нас, то здесь вот такая вот норка. Красивый. Сейчас я посмотрю, может, в музее покажу. Это петли. Тем более, повторяю, все на правой стороне. Петли новые. Слушай, а ведь это специально оставили. В старом чем-то. Были окошки. А, для вентиляции? Специально не заделали. Я вот сейчас. Ты камень. То есть вот эта вот уже штукатурка современная, значит, да? А это как оно было? Получается так. Опа! Я типа поэтому и звала. Здесь подземная церковь. Опа! Это я удачно зашел. Все попозже. Сейчас туда сходим еще. А мы в Звенигород успеем? Да, то... Не, ну как, а что мы самое главное не посмотрим?
Это вот так вот было разрыв. Это видно от взрыва. Попадание чего-то. Потому что тут шрапнель разлеталась во все стороны. Да тут метров 10, если не больше. Интересно, конечно, да? Вот так вот раз. Ты там тем более еще нет. Ну, входишь через главный вход, так идешь, 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 и бац, подземная церковь. Смотри, вон он, вон он. Наверху. Обратная церковь, вон он. Камень, кирпич, там изразцы. Это, конечно. Как интересно, сняли все. Сняли эти самые, настоящие памятник. Плиты сняли, ага. А положили вот такие. Ага. Одинаковые. И да. Написали на них. Захоронение такого-то века. Ну, как вот оно может быть 18 или 19 века? Когда? А? Что, он 100 лет помирали, что ли? Я не пойму. И крест. Это ведь не православный крест-то. Да, мальтийский. Мальтийский, да. 18-19 века. И плиты все целые, без единой царапины. Нет, это новые. Снижали старые. Захоронение, 19 век. Вот мы туда вот сходим, вон они, наверное, собрали вон там их лежат. Ага. То есть они их обезличили, чтобы нельзя было вскрыть и сделать анализ. Да, а да. А вот это железка. Да, железка лежала прямо на земле. Память вечную Николая Михайловича Нащёкина. 1719 года. Мама май. 4-го дня. 4 мая 4-го дня, родившегося 1 сентября 1779 года. Что-то я не понял. 1779-го он родил. Нет, первый родившийся. 1 сентября в Москве скончавшегося. А, это 1719-го родившегося, да. Да. А 1779-го года в Москве скончавшегося мужа. Добродетелями больше, нежели чинами отечестве своем. Прославивша гуся на сем месте. Погребено тело, сия доска покрывает. Я не знаю, это из розец или что. Так, то есть там у нас глубина. Метров 12, наверное. И тут вот пошли. Вот так вот идет. И тут дальше у нас идет вот как. То есть этот храм у нас идет вот сюда. Неразменный рубль. Такая вот сувенирка здесь стоит. Интересные решетки.
арка и арка, хоп, и дверь. Что еще интересно, подбоя здесь тоже нет. Подбоя нет вот. Ага. Снизу, как и там. Угу. И доски торчат, непонятно, что церковь. Считается, что отреставрировано. А вот крест, который вилочковый. Или а-ля. Ага. Вот это интересно. А вот это? Солнце. Солнце, да, солнце. Солнце на православном храме. С ума сойти. А там стяжки. И оно встроено так вот впритык. Тут, конечно, много чего переделано, очень много новодела. Вот это похоже на старую. Не факт, что она даже здесь стояла. Да, ее могли сюда просто переставить, но она... Все новое. Вот старое. Монтировано. А здесь вот это действительно интересно. Старая это вот она. Ага. Они бетоном заливали, вот такая штука была. Камни. Ага. Они ага. Заливали а-ля плиткой, только это не плитка. Да, вот да, он, да, 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 вот да, да, да. Камни. Камни, ага. И вот он, фундамент его видно, вот камни где-то вот, старые вот торчат. Вот, да, вот ага. Камень стоит, значит, он стоит на камнях. И вот они, камни. Так, а здесь у нас вот такие надписи. Это будем фотографировать. Фальшивка. Это фальшивка. Крашеный гипс. Крашеный гипс. Вдавленный. Тоже выглядит, как будто бы старинные даже надписи стерты. Но делалось все по одному принципу. Вот видно, срезано, сшлифовано. Похоже на известняк, но оно вон крошится. С включениями ракушек вроде как бы. Сейчас вот на следующем будет видно. Расчерчены линии. Линии просто расчерчены. И пока было мягкое, просто накатали. То есть здесь вроде как под гранит сделано, но здесь явно не гранит. То есть камень видно целый, единый. Здесь явно не гранит, а здесь как будто бы под гранит, то есть раскрашенный. Вот она такая же, как та. Вот здесь она более лучше видна. Здесь она натуральная была. Отковырнули. А, штукатурку отковырнули. Не штукатурка, что-то было здесь. А, может, тут что-то было? Изразец, наверное, там был хороший, это, новый. Отковырнули. Вот, значит, то есть вроде как бы она такая старенькая, вся хорошенькая, но единственное, что, к чему есть придирка, вот на плоскость, она одна, прям ровная. А, как будто отполированная. Вот она прям видна. Да. Свежий, прям острый края. Да, да, да. Обрезаться можно. Края очень да, острые. То есть на известняке так хорошо долго не сохранится, как бы оно, вот то же самое, вот острые прям края вот эти, то есть ее полировали, а потом так для красоты, для красоты кое-где позабивали, вот ракушечку в раствор включили, вроде бы это как бы древнее. Но известняк не может иметь такие острые углы за столько-то лет. Это вообще шедевр. Это вообще гипс. Просто обычный гипс. Его покрасили вот какой-то красочкой. Вот так вот нам преподносят нашу историю. Это, ну, вроде бы все хорошо. Но дата 1680-е. Не было такого года. В принципе, его не было. У нас не было. Ну да, в России не было, 1680 года. А так все хорошо. Кто не знает, даже подумает, что это правда. Настоящие какие-то изразцы вот так вот вмазали. Из той же оперы. То есть камень залит бетоном и расчерчено под плитку. Будто бы это плиткой. Вот такими вот граненными кусочками выложено, будто бы здесь то же самое. Вадим, это железка торчит. Немного програнило. Ну, так непонятно, труба это идущая вниз или это стяжка.
Могли их так лопнуть. Ты из России. Современная. Да, они лаком покрыты. Прям чувствуется. Он даже вот облазит. Нет, что-то было здесь в изразцах. Совсем чуть-чуть. А сейчас все. Сделан, конечно, красиво. Но не настоящий. Ну и таким образом здесь все дальше продолжается. Стены, они все были разрушены. То есть не было этого верха, там все это молодец. Арки были так, не знаю, там до конца, не до конца, но так покоцано все было. Аккуратней. Ну, а, еще не хватало, чтобы ты голову разбила здесь об эти кирпичи. Клетка для попугая. Клетка для попугая. Угу. Вадим, смотрите, вот этот кирпич новый вы стоите, а вот этот старый. На размер одного. Угу. То есть вот этот большой кирпич сейчас делают и выпускают, то есть церковь заказывает наверняка. Угу. Я так что представляю. Вот так вообще прикольно. Вот колонны, как выделывали. Вот выделывали колонны. Окно окна на разном уровне. Интересно. Это здесь вообще, а вот это что такое выдержало? То есть как? Вот. Решило. Значит, что-то здесь было. Здесь было, здесь не было. Что-то так было. А здесь вообще выложено под этим. Угу. Так. Не понял, вообще не понял никак. Интересно, а тут зачем уровень такой? Ну да, вот видно порог из нового кирпича. Нет, а вон, тот он червотый, а этот нет. Ну да, 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 да. Вот тут вот под колонной видно старый, а тут уже подпихивали новый. Ну и здесь тоже старый использовали. Вот он старый. Там, где заменить было нельзя, не меняли. Вот непонятно, почему здесь такой переход. Может, конечно, это тоже новый, только он это самое, влага попадает. Ну, там же он есть, это, где влага попадает, и хорошие. Не, ну, с другой стороны, вот это старый, точно, вот, колонна. Ну, я про то и говорю. Ну, вот здесь тоже влага попадает, он новый, а этот старый. То есть, ну, я к тому, что смысл не во влаге. Да, и фишка вот в чем еще. В старом кирпиче он промешан не так, как наш. У него всегда слоистость присутствует. Угу. То есть потому что глина не гастировалась. То есть она, ну как вот, трещины угу, идут. Угу. То есть на нашем не так. Ну, на его видно, вот он сплошной, целый, как бы равномерный. Я к тому, что сама технология была, изготовление другая, не так сильно мешали. Угу. У меня такое впечатление, что старый кирпич его просто формовали. Брали глину и формы. Угу. А новый же его мешают, состав подбирают, прочее. Угу. То есть, а старый он какой-то более... Нет, граница прям четкая. Неоднородный. А вот здесь вот опять старый. Ага. Так, да, те большие кирпичи, которые мы видите, думали. Они могли его могли быть и новые, да. Покрасить. Ну, сейчас защиту настроили. Просто на старом взяли и построили новый. Ну да. Или, возможно, его специально положили уже таким образом, чтобы он так сильно торчал, и чтобы было видно, ну, что типа он старый здесь есть. Вот это новый, его подложили. А вот этот уходит на кирпич. Ну, вот эта кладка новая. Эти все камни могли подложить так же спокойно.
То есть старая стена, ну вот, вот тут вот где-то идет. Вот это вот видно новое перекладывалось. И видно, они лежат на, как бы, вот, даже между старыми камнями новый раствор. То есть видно при реставрации используется старый камень. Здесь, я говорю, здесь мы в тот раз были, сколько здесь народу было? Несколько сотен человек ремонтировали. Mm. Одновременно. Да. Город Истра вот здесь. Вот здание. Написано школа. И этот самый. Вот это желтое, да? Вот, вот. Вот наверху написано школа. А, вот, которая прям перед нами. Ага. И выложен крест. Угу. Опять же, мальчик. Да, да. Здание закопанное. Дверь сделана из окна. Тут окна заложены на эту сторону. Мы можем входить, тоже старое здание. Я тут попробую снять. Я к тому, что если здесь бойницы, а здесь здание, зачем это надо? Какие здесь бойницы, чертовы матери? Ну так это же просто. Из этих бойниц стреляли по школе. Никуда. Они поэтому и окна заложили, чтобы в них не попало. Нет, вот это тоже ничего не было. Не было ни этого, ни этого, если вот это было. С той стороны, это там как раз школа, древняя. А вот здесь, посмотрите, ревутная дорога, не видно, что, что машины едут с гору, как бы с горы. Ну, гора это сильно, конечно, тупой, но тем не менее мы называем его гора. Как она сказала, гора Иерихон? Илион. А, Илион. Да, а вот был центральный въезд вот сюда, и вот здесь площадка была, вот здесь асфальтовая. Угу. Вот такая она. Не столь велика. Это липы, им, наверное, больше 100 лет. Угу. Тут, может, помоложе. Не стадо, но... прилично. Они разного еще возраста, это подсаживали. Может быть, сходим вон то померяем, которое возле лавочки. Потом. Слушай, на это самое, на возраст, а смысла нет? Ну, это потом, если время останется. Да нет, мне это вообще бестолковое занятие. Хотя бы примерно. Мерить надо те деревья, которые можно датировать. А липа это дерево такое. А, это тоже липа? Это липа. А, ну тогда да. Вот еще колонны какие-то, то есть это... И уголки кирпича совсем другие, не так как там. Да. Косили, но совсем другое. Ага. Все. Где-то? Чтоб вода смывалась. Какая дырка сюда? Колонна, и вон, наверное, это типа декор. Ну, сынок, что-то здесь не доделано что-то. И какие здесь эти треугольники какие-то резные. Опять колонны. О, интересно. Идет под карнизом. И хоп, закончилось. Ну здесь что-то меняли, но это на обратном. Здесь наши кексиманские страшные. Конечно, вот это новое. Нет, вот, например, вот это, а там вообще ее нет. Штуки вообще не было раньше. Я имею в виду вот это.
Пройдете насквозь и спуститесь вниз, там каменная лестница. Кому-то надо было выкладываться, пожалуйста. Чтобы устало километр. Воду снимать. Да? Сходим. Не опирайся. Ну, я потом ускорю это. Я что-то даже не подумал, что нам поезд потому что пойти. У нас снимает скрытая камера. Вот она. Интересно, как камни вздулись, кирпичи. О! Один. Оу! А зря. Иди сюда. Железка. Опа. Железка. Ага. Вот она и есть. Пойдем. Ага. Ну вот я и смотрю, тут вздуто. Кирпичи здоровые. А тут что? Тут непонятно что. Там какой-то водосток, что ли? Ну. Там ты про крест спрашивала? Да. Вот он. Это где там площадь? Но не. Не... А, там вот директор музея, и вот рядом еще один большой. Привет. Да, да, вот это, скорее всего, это он. Это мощь, да, еще? Ну, я не знаю, есть там мощь или нет, но вот это вот этот крест. Иди помойку снимать, блин. А это офис. Это чей-то офис. Но самое главное... Наркотиками торгуют. Да, окна, которые выходят к больницам. Это шедевр. То есть тут они стреляют, а тут спрашивают разрешение в окошко. Нет, а меня вот это еще умиляет. Угол ослабленный угол. Зачем вот это? То есть он самый слабый. А это... Причем... Там стреляли из пищали, а здесь из двух стволок сразу. Не, вот что-то какая-то. Не, вот хотелось бы. Папа, а что, по ногам? Как они? Нижнего боя, да, называются эти? Подошвенного. Ну, вообще подошвенного они находятся в один метр от земли. Там. Нет, это нижнего боя. Больница. Ну, по самолетам они явно не стреляли. Да. Ну, это, конечно, угол здесь. А вот здесь, в этом месте, такого угла нету. Здесь нормальный, ну, переход. Это все. А здесь вообще фишка. Здесь вот, если посмотреть, как оттуда могут вообще атаковать. А где моя пулемёт? Зачем столько бойниц делать? А где моя пулемёт? Вон там низина какая. Да. То есть там можно вообще с чего хочешь стрелять, даже не закрываясь. Папа, она не только за мной месяц, что помойку видели за день. Да? Там вообще такой офис. А, замуровали демоны. Вот они, новые петли, вот они, новые петли. Угу. Ну да, их у них вот видно. Здесь пластина. Ага. А у старых здесь дырка, и эта штука, она туда вставляется и как бы, ну или забивается, то есть диаметром, и она там сама себя заклепывает. И вот здесь вот обычно она аж такая ржа, ну, кружочек. Вот это старая, а это новые все. Смотри. А, во, оперечивает кассу. Пап, посмотри, тут вообще ничего не закрыто. Я хочу здесь. Можешь взять что-то. Она туда, раз, рукой туда. Рука, главное, камеру не уронить. И главное, чтобы камеру никто не отнял. Да, да, да. Снимали? Да. Дом посмотрим, что там. Приходите, вам покажем. Так, меня вот эту башенку интересует. Вот эта вот башенка явно какого-то технологического назначения. Очень похожа на, ну если не на доменную печь, то на вагранку как минимум. О, вот если это больница, то вот это зачем?
Ну, это новодел. Новодел. Зачем? Два года. Ну да, этого ничего не было. Это стоит только, чтобы закрывать сверху. Новое. Ну а зачем? Вот если я здесь стреляю, зачем здесь мне это? Чтобы побежать не смог? Чтоб в случае отдачи не откинуло. А-а-а. Ну, это отдача должна быть. Четыре пушки за этим самым. Да-да, я видел. Это должна быть как такая быть отдача, чтобы туда могло выкинуть. Да нет, этого не было ничего. Ну понятно, это новодел. Мне даже кажется, что может и крыши здесь не было. Да. Высоко сижу, но ничего. Аккуратней. Там подпор, сынок. Ну, там дверь. Там красоте, там лестница. Да, и там справа. Аккуратней. А? Аккуратней говорю. Да. Стеклянный пол. Ага, еще одна башенка. Здесь интересно, какие ступеньки. Разбить? Да не, разбивать не надо. Мы по этим ступенькам зайти не сможем. Они вот так вот. 40 сантиметров. Ну, да, да, я вижу. Арка такая. Как собрать? Непонятная. Ну это вот в этот, дверь, помнишь? Да, 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 вот две вертикальные какие-то, наверное, каким-то образом запиралась. А чтобы было видно, как сделано. А из-за того, что кирпич большой, ступеньки такие здоровенные. Понятно. Место на подъемной кровати. А может быть. Это туфта, мне кажется, какая-то. Точнее, может быть, здесь не было ни ступеньки, а чисто технологическое что-то было. Может быть. Вполне возможно. Если это башня вагранка, то это мог быть просто поддув элементарный или рекуператор. Поддув это вот те могли быть, как бойница, это рекуператор. Так сильно не разбираюсь. Это тоже новодел. Пол новодельный. А куда вверх? Там вон сколько места. Вот лежит старый кирпич. Угу. Он лежит не в размер, никак, ничего. Почему? Угу. Не, ну это пол тоже видно, что он новый. Это не пол.
Нет, я вот про этот говорю. Ну, этот лежит выше пола. Да, и да. Три четверти туда запихнуто. То есть, значит, вот это все, это тоже навалил. Ну, вполне возможно. Вот, вот бойница, да? Вот как тут стрелять? Это надо было иметь... Это какое оружие надо было для вот испытания? Вот так только. Ну, а как? Ну. Не, а потом бойницы, они же это самое. Они же должны вот так быть. Да. Как бы, смысл-то? Ну, в современных дотах так. Угол обстрел какой-никакой. Ну, это точно не бойница. Не имеет смысла иметь такую. Ну, как ты ружье запихни и не повернешь. Ну, да. То есть, ну, только по прямой стрелять. То есть, она... И... Еще вот этот вот элемент меня смущает. То есть, тут он как бы... Типа пропилен или продолблен, но не до конца. То есть, смысл тогда вот так вот делать. Вот с такой штукой. То есть, ну это явно не бойница. О! То есть там даже что-то вложено. Не дотянуться не могу. Это холодное, это железо. Похоже, что тут как будто что-то ездило. То есть железки там какие-то лежат. А это похоже на направляющий, как будто что-то ездило. Туда-сюда. Возможно, как раз система вентиляции какой-то была или подачи воздуха, что-то типа такое. Заслонка, например, открывала и закрывала. Так, вот что-то одна лестница. Понятие. То есть там надо находиться-то. Ну, да, да. То есть ты не сможешь смотреть во все окна сразу. Да они и маленькие, туда и лицо-то не поместится. Ну, звездочет там сидит. То есть это... Я не знаю, я вот, мне вот это интересно. Под чем? Окна прямо в спине. Зачем? Да, да. Это о, вот два, кстати, окна, а там заделано еще. Вон дальше. Кстати. А пройти туда не получится? Че, ну весь куда пройти. Ну не пойдем, наверное, подниматься. Пойдет самый здоровый.